вами Кристи Крайм, и сегодня мне будет делать макияж мой парень. Шучу, у меня его нет. Привет, сегодня будем делать макияж Кристи Крайм. Меня притащили сюда. Насильно. Надели микрофон и положили много пасочек. В общем, сегодня я буду показывать Тиму макияж, который он должен будет на мне повторить. Я специально принесла мало косметики, чтобы он не запутался. Первое, что он сказал, что тут нет тональника, ну... Я уже нашел его, я не заметил. Ну все. Ты готов? Да, изначально мы, значит, потрогаем лицо. Зачем? Ну, проверим. Так, берем спонжик. Я не хочу испортить свою руку, поэтому нанесу тон вот так вот. Начнем потихонечку. Так. Нормально. И вот так полетели. Ну, так вот меня избивают каждый день. Полетели мы. Кстати, на протяжении всего выпуска я не буду смотреть в зеркало. Если я потом буду в синяках, знаете, это из-за тела. Так вот мы делаем, чтобы плотнее. А, потому что переходный возраст, прыщи, все мы понимаем. Так вот, все. На брови было обязательно заезжать. Ты готова? Спасибо, мне потом украситься. Раз начали делать лицо, закончим и лицом, значит. Контур лайт мы берем, значит. Ну, берем кисточку для контура. Правильно. Так, значит, затемняем вот эту часть. Вот эту. Ага. Скулы делай. Вот так вот, с той стороны. Вот так вот, чуть-чуть побольше надо, потому что ничего не отражается у нас тут. Вот так вот надо, вот туда. Переконтурируем носик. Так, снизу. Бомба, пушка! Я вот не понимаю, он нормально старается или нет? Скулы делаем. Вот так вот, чуть-чуть, чтобы этот... И вот так голову, чтобы здесь вот. Так вот, как вот сейчас идеально легло. Потом, мне кажется, Алишей буду. Идеально легло вот здесь вот, то, что надо. Вот так вот, все, это достаточно. Теперь мы берем вот эту палеточку. Только аккуратно. Ну, тут даже кисточкой вообще можно. Кисточкой берем румянцу, подрумяниваем щечки. Вот так, чтобы точно было все красиво, четенько. Не то, чтобы мне страшно. Вторую щечку. Но мне страшно. Это макияж перед вакцинированием. Так. Теперь бронзер. Бронзируем носик чуть-чуть, крестикаем. Вот так вот. Какая скульптура, блядь. Так, теперь чуть-чуть. Тут. Вот все, да. Ну, вот так вот. Правильно все. Хайлайтер на скулу. В принципе, Тим знает, что куда надо наносить. Просто он не старается, мне кажется. Так, еще вот сюда можно. Ну, ты пошел бы с такой девушкой на свидание? Да. Да? Уже я макияж и делал. Все, это готово. Готово. Теперь у нас блестки. Beauty Bomb. Так, ну ты помнишь, какой у тебя макияж? Да, ну все правильно, я просто сначала лицо делаю, тон лица. Начнем с теней. Тень у нас фиолетовая, поэтому берем побольше, не жалеем. Закрываем глаза, вот так, и делаем такие движения у нас. Макияж у нас сегодня называется вечерний ледун, поэтому мы его делаем пожестче, потому что на тусовках может все смыться у Кристи Крайм. Вот, еще побольше, чуть-чуть. Ну ты там растушу хорошо прям, чтобы типа перехода не было видно. Все, так, мне кажется, стонет мало еще. Я не понимаю. Типа, думаешь, что я не чувствую, куда он эту кисточку направляет. До бровей не докасаюсь, правильно? Да ладно. Пушка. Я прямо вижу, что у меня вот тут все фиолетовое. Красим губы. У тебя там еще стрелки. Стрелки, но потом. Слабь губы свои. Расслабляю. Вот так. Помада слишком мягкая. Тим! Покушай чуть-чуть. Ты уже покушал? Иди сюда. Нет, оставить ее. Просто губы накрасить. Да я тоже накрасил, я чувствую. Просто не разговаривай, молчи. Это что у нас такое интересное? Это вот как раз таки стрелочки. Ты будешь сейчас делать графичненькие, видел? Не спешат, это очень важно. Стрелки очень хорошо подчеркивают лицо, поэтому глаза. Девочки с небольшими глазками, вам пойдет такое вот. А вот говорят, когда девочки, короче, рисуют стрелки, это неуважение к парням. Почему? Не знаю. Ты с этим не согласен? Нет. Считаю, что отличные стрелки. Вот как будто эти стрелки уже на ушах. Тебе кажется, оно до бровей доходит. Первая готова. Вторую давай. Вторая вот отсюда начинается. Вот так вот. Так вот хорошо. И вот чуть продлим вот до сюда буквально. И закончим вот такой вот лопастью. Стой, мало. Закончим вот такой вот лопастью, чтобы казалось, что мы молодцы. Вот так. Вторая стрелка готова. Там очень важная вообще самая идея макияжа в том, что сверху идет обводка такая. Перед бровями. Поэтому так берем. Вот так вот. Вот идеально. Оп. Па. Опа. Идеально. Так, у нас еще не все. Нам нужно сделать очень много дополнений к этому макияжу, потому что... Тима, я тебе говорила, ну, что я с вот этим макияжем еще сейчас хочу пойти, короче, гулять. Да. Ну, то есть там красиво, нормально, если я пойду гулять, да? Что у тебя с этим, засох, что ли? Нет. Боже, я просто боюсь за свои глаза. Моргай вниз. Второе. Теперь нижнюю делаем. Поднимем второй глаз. Так, теперь мы делаем брови. Чем брови? Нет, брови не делаем. Делаем. Ну ладно. Вот так вот. Любишь летящие бровки такие, да? Нет, чисто? Я сейчас, и мы их вот так вот. Все идеально. Теперь авторский штрих, закрой глаза. Только нельзя смотреть реально до того момента, пока я это все не нанесу дело. Так вот чуть-чуть делать, чтобы побольше было, красивее. Та-дам!
Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на шоу «Макияж быстрый». И сегодня мы сделали Кристи Крайм для сбора на вечернее мероприятие «Одиноких людей за 45». Итак, Кристина сейчас впервые увидит свой мейкап. Мейкап? Смотри, это ты. Тим, это пи***ц. Этот Кристи Крайм, И как я сейчас с этим куда-то вообще пойду? Ну, тебе не надо же снимать дальше, да? Все, на этом карьера закончена. Я с тобой разговариваю. Ребят, спасибо большое, что не смотрели это видео, не досмотрели вообще до этого момента. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Алиши Коне. XO Life рулит, Марисан лучше. Ребят, мне пора. За мной приехали убийцы из... Короче, блядь, в пи***у. Пока. Вообще, пока. Ребят, на самом деле я вас люблю. Все, иди уже.